Всем привет, ребят! Вы на моем канале Алинка Кэнди, и это уже второй влог на моем канале. Надеюсь, он вам понравится. Влоги у меня не длинные, даже скорее мини. Утром я, как всегда, умылась и почистила зубы. А на завтрак у меня был мой любимый овсяный блин со смородиновым джемом и кофеек. Ребята, вы только смотрите, у нас только что шел снег. Но он уже немного подтаял. Круто. А тут я начала убираться, пылесосить первые и вторые этажи. Короче, ребят, сегодня у меня день уборка. Я уже пропылесосила первый и второй этаж. Мне осталось вымыть первый и второй. Сейчас я сначала помою полы в первом этаже, потом во втором. Я, как всегда, не знаю, что мне надеть, но я уже надела вот этот вот очень удобный топ. Надела лосины, потому что на улице все-таки уже холодно. И я не знаю, что надеть. Мне теперь джинсы или же розовые джинсы. И третий выбор – это такие широкие штаны. Это не джинсы, но они тоже розовые. Сейчас буду выбирать. Короче, я все-таки остановилась на вот этих вот широких штанах, потому что они очень теплые. А на улице ноябрь. И, конечно же, бомбер. Мой любимый. Кстати, мы едем в магазин закупаться на день рождения моей бабушки, потому что у нее день рождения 7 ноября, ей исполняется 71. Так вот, мы с мамой едем закупаться. Это мой лук. Еще я взяла свою сумку. Сейчас мы уже поедем. Короче, мои братья отправились на день рождения в кафе. Сейчас мама их отвезет. И мы поедем в магазин. У нас уже началась закупочка. Всем привет еще раз. Мы уже вернулись с заторки продуктов. Я в магазине, конечно же, не снимала, потому что я стеснялась. Но скажу я вам, мы купили очень много всего, прям очень много. Очень устали, но смотрите, в Пятерочке нам дали вот такие вот новые каваи. Также мы были в Магните и еще в одном магазине. Мне дали вот такой вот подарочек с дня рождения братиков. Ой, не братиков, а не знаю кого-то. Давайте откроем вот этих вот каваи. Сейчас так сделаю поровнее. Распаковка. И первый тут. Имени нету, но вот такой вот попугай. Очень прикольный, кстати. Похоже на магнитный. Вот он. Так вот выглядит. Прикольно. Сейчас откроем второй. Только что закончились заврики. Уже вышли новые. Розовые! Круто! Смотрите. Пандочка. Так, и вот кто мне выпал. Такие вот каваи. Очень тонкая, кстати, вот эта вот штука. Прикольно. Дают за 600 рублей каждый. Но, скажу я вам, мы закупались не только Пятерочки. Далеко не только. Давайте заодно распакуем вот эти вот. Такой вот пакетик. Очень красиво, кстати. Все запаковано. Прикольненько. Слишком плотно тут запаковано. Сейчас открою. Это чокопы оригинальные от Орион. Жаль, что не со вкусом. И чупа-чупсик. Клубничный с апельсиновой начинкой. Это все я не буду есть. Я это буду хранить на адвент-календарь. Я себе буду делать. Сейчас я переоденусь в домашнюю одежду. Я только что вышла из душа. Я помылась, помыла волосы. И сейчас буду читать книгу Джен Эйр.
Хочу немного почитать. Я остановилась вот тут вот. Глава 14. Всем пока-пока, ребят. Люблю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.